Предпоследнее место на Западе и 6 травмированных хоккеистов. Континентальная хоккейная лига разместила на официальном сайте список игроков, имеющих противопоказания для выхода на лед. У Минского «Динамо» вне игры защитники Готовец и Осипов, а также форварды Гаврус, Андрей Костицын, Павлович и Буйницкий. Сегодня в 19:30 на Минск-арене белорусы сразятся с нехватающим звезд с неба «Адмиралом». Победа продлит турнирную мотивацию «Зубров». Прямая трансляция на «Беларусь-5».